Запись пошла. Почти прямой эфир. Всем привет. Привет, да. Я, правда, не здоровый. А сегодня мы будем... Тебя знают, интересно? Да. Ну, короче, Саня Матрикс Парадайз. Я был здесь пару раз. Так. Он будет... Ты иногда же дневником записывался, а не иногда. Я еще на Денвас был. Точно. 9 дней рабочего видеоблогера. Сегодня мы делаем первый стрим. Я вообще не умею этого делать, ни разу не пробовал даже. Поэтому у меня есть тот помощник, он сейчас сказал, все настроил, все сделал. Честно говоря, я думал, что заходишь на YouTube, нажимаешь кнопочку «Прямой эфир» и все поехало. Оказывается, нажимаешь кнопочку, выдает какой-то код. Кстати говоря, да, где интернет? Интернет? Это хороший вопрос. Где интернет? У меня кабеля нет для интернета. Вот здесь я дырки видел. Он снизу. Вот, вот на компу подведет синий. Ну, от компа же накрывать не будем. Я думаю. Не, ну давай хотя бы узнаем у Юли. В общем, у нас здесь сколько товаров. Ты его знаешь, сколько товаров. Гори. Я написал про них маленькие жилочки. Нам нужно два кабеля, получается. Ну да, тебе кабель, да, и нет, мне не нужен, только тебе нужен. Может, у них Wi-Fi есть? Хороший. Через Wi-Fi? Угу. Итак, первый будет Kubota Rainbow 2. Я выкладываю так, как будет идти обзор. Ну, обзоры. Купот, окей. Не только интересные будут, но и всякое дребедень. Без дребедень не будет. Потому что это прямой эфир. Мы не будем делать полные обзоры, мы просто будем... Прямой эфир отличается чем? Он интерактивен. Вот тебе подписчик напишет, а вот что... А я должен это читать? И как я это буду читать у тебя на соседнем экране? Тебе придется повернуть. Да. Все просто. Видите, какой я возбужденный, потому что энергетика, блядь, я просрался. Я просто сдох у меня сердце так. Так, ладно. Под следующее идет MemoBird. Прикинь, тут такая вот штучка есть. Что это? Термопечать. Через Wi-Fi подключаешь к своему телефончику. И нажимаешь кнопочку, и знаешь, термопечать так куда чеки выливаются. Которые стираются через недельку. Я откуда знаю. Дальше идет. Так. Дальше идет вот такая штука. Это. Через Wi-Fi SSD накопитель. Беспроводной. Ну тут вопрос заключается в том, что SSD не SSD, а Wi-Fi это скорость. Не, ну понятно. Но штука. Копирование, например, с папки в папку. Не знаю, ты же просто быстрее будет. Да, это вещь такая. Так. Но SSD, чем хорошим, все-таки, по-моему, долговечнее, чем современные диски. В плане, ты же его постоянно носишь, может где-то ударить, да. Ну, тут-то плохо будет. А SSD-шек ничего не будет. Здесь у меня чисто 2 SSD-шника стоит. В MSI стояло 3. Потому что... Понятно. Потому что в MSI был дисковод. Ты меня, блин, отвлекаешь. Можно я сейчас разложу, а потом будем с тобой обсуждать. Так. Еще не все. И еще есть вот такое у меня, смотри, Teclast X5 Pro, по-моему, называется. Лучше до буки. Да, еще взять. Я как-то все-то не признаю. Смотри, видать, что там открывается, смотри. Ой, копия Surface сразу. Супер! Вот он пойдет. Куда пойдет? Последний. Пойдет нафиг. Так. Вы еще здесь? Это я для себя. Смогу дотянуться так. Да, смогу дотянуться и смогу. Только это, надо, чтобы экран моего ноутбука никогда не попадал в кадр. Зато разглядишь с вебки. Что-то невозможно получить. О, у меня маленький перекур. Прикинь, вот я сегодня как приехал, вот про все это писал, все это в интернете искал, мне еще ссылки не дали, некоторые товары, например, вот на этот. И
Его вообще на сайте нет. Кстати, для того, чтобы совсем скучно не было зрителям, покажу. Спойлер, да, что будет дальше. А дальше у нас будет... Нет, я же типа по сценарию ее не должен вообще открывать. Я, кстати, ее не открывал, но период открыл. Нарушил все... Подумаешь. Это называется Bluetooth колонка с зарядкой. Также, по-моему, поддерживает как Powerbank может работать. И динамик снизу, представляете, наверное, классно долбит. В общем, я бы взял ее на обзор, но смысла делать обзор на этот, эту вещь. Мы, кстати, Юля, пишем. В кадр вас нельзя. Еще? Да. Нам нужна пара кабелей для интернета. Да. Какие в общем, можно обычно заряжать, играть и просто заряжать. А еще здесь есть будильник, еще какая-то фигня. Загрузили, да? Часы, походу. Я не хочу. Все, это PlayAction камера что-то подключила. Я больше не буду брать, это уже так. Explorer NG Cool. Да. NG Cool Explorer S1. Ну куда уже экшен камера-то? Еще одна телефонная, в смысле телефонная, да. Изначально телефонный, конечно, был бренд. Слонофон мы его называли, а теперь это слонокам. Как я хоть выгляжу, да? Весь красный уже, блин. Я сделаю это. У нас есть некоторое количество Ethernet кабелей. Так, надо повернуть в другую сторону экранчик, чтобы видно было. А мне зачем? Я все уже выписал, мне как бы интернет больше нужен. Наоборот, чтобы... А у меня есть интернет. Здесь Wi-Fi точно такой же, как в той комнате. Он подцепился через Wi-Fi, потому что он, смотри, что у меня в Skype делается. Я-то свое сюда не... В этот. В Instagram надо написать, что скоро будет прямая трансляция. Ну да, в Инстаграме люди живые, сейчас побегут. Так, я надеюсь, у них интернет-то без паролей? С паролем вообще-то? Ты ни разу у них не подцеплялся по кабельному интернету? Это вообще геморрой. Сейчас придет этот, админ, и будет настраивать нам пароль. Ладно, может по Wi-Fi, а Wi-Fi это там в комнате медленный. Wi-Fi вот этот гостевой очень медленный, он просто ужасный. Короче, я комп их лишаю интернета, потому что здесь только один Ethernet-разъем. Все, нету интернета у компа. Пофиг, если там какой-то сервер заливался. Нам власть вообще. Нас сюда позвали, мы ничего не знаем, кабели надергали. Слушай, мне к VPN. Вот с VPN полнейшая жопа творится. Закон же. Жопа. А, подключился. Да, 13 месяцев борьбы с VPN. Через 13 месяцев пообещали, что в Китае ни один VPN работать не будет. Полный блок. Тотальный блок. Через 13 месяцев. То есть мне тут делать будет нечего. И он сейчас как вообще уже кое-как дышит. Я купил себе, у меня Астрил перестал работать полностью. Ты можешь туда смотреть, объяснить видео, потому просто... что я тебе сейчас все равно не слышу. Чем? Представь, там камера... Ой, так, нам нужен теперь пароль. Я пишу, что через полчаса. Нам нужен админ теперь, нам нужен пароль. Иди зови. Кого опять звать? Опять Юлю, скажи, давай админа, давай пароль. Через полчаса будет... Что это? О, хозяин называется, ушел, сразу телефон зазвонил. Через полчаса будет прямой эфир на gadget.litni.com. Не, ну пароль-то, конечно, вообще гениальный. 8888? Но не лучше. Но вот логин, это, конечно, шифр. Ну давай ты напишешь, потому что я там все проработал. 402 NIS. NIS. Я думаю, да. Это да. Сейчас нам все сделают. Там не I вторая. Не I? Слушай, выруби его, пожалуйста. Автономный режим.
все в Пене. Кто-то с Москвы звонить пытается, кто-то пытается с Читы звонить, я не знаю, кто такие гении. Говорю, вы можете оплатить мне входящий вызов в 62 рубля минута? С радостью с вами поговорю. Все. Тишина сразу. Все, ну, спасибо, отлично. Все, да? Да-да-да, вроде работает. Да-да-да. Так, теперь мне надо... Проверим секунду. Да, проверим интернет. Так, пойдет, не пойдет Steam? Если пойдет, я тогда на YouTube сделаю этот... Давай, похоже, не пойдет. Верю. Нет, должен пойти. Так. Работает. Работает. Даже без VPN. Так, спид. Все, да? Да. Спасибо. Спид тест. А у них же VPN свой этот самый. Ну, гонконгский. Когда через их сеть выходишь, тебя сразу определяют как из Гонконга. И на сайте у них глюк, сразу переводят в гонконгские доллары. Я сегодня захожу на какой-то товар, там 5000 гонконгских долларов. Я, сколько? А потом, а, это гонконгский, ладно. Не страшно. Так. Какая скорость внимания должна быть, чтобы работала? Я со своим одним мегабитом пытался стримить. Ага. Жопа полная. Но в идеале, конечно, так. В идеале, конечно... Слушай, мы сможем немножко видео делать? Да все, что угодно, сейчас просто настройка. В идеале сколько? В идеале 1.5 мегабита на 720p надо. Ну, я думаю, у меня исходящая сейчас дома через специальный VPN до 2 мегабит. Зависть. Но это очень нестабильно, это только ночью, там определенные часы, поэтому что я делаю? Я на ночь ставлю закачку, он сначала там еле-еле шевелится, а потом утром открываю. Я тоже на ночь закачку ставлю, а потом никогда не открываю. Так. 3.5? Это получение. О, вот это... Отдача 17 мегабит? Да, 24. Слушай, мы Full HD сможем запустить. Ну, это будет тяжко, но 720p точно. Так. Так. Ну, в общем, вроде трансляция пойдет. Сейчас все. Так, вот, есть, короче. OBS Studio — это бесплатная программа. Она как бы простая, там ничего не надо, там можно подсоединить хоть 20-30 камер, хоть что-нибудь, какие-нибудь 10 оборудований, несколько экранов. Но она сильнее нагружает комп, и она кадр теряет во время трансляции. И вот этот эксплит. Мне кажется, при прямой трансляции потеря кадра вообще не принципиально. Ну, как бы ты можешь стримить, у тебя там на деле ты показал, что оно отвалилось. И вот эта программа, которую мне там топ проспонсировал. И спит? Да. $200 лицензия пожизненная. Вот. А чего у тебя? Это Симона Симона. Это знаешь. Зачем тебе Симона? Я король дизлайков теперь среди обзорщиков. Симон тебе не нужен, Симон тебе не нужен. Так, ты хотел настроить, чтобы Симонов был у меня в карте? Слушай, ну говорит, что сетевое подключение, ну, в смысле, VPN не работает через этот Wi-Fi, мне нужен твой кабелек. И куда здесь? Прямые трансляции. Зашел. Дальше начать? Да, начать. Они у тебя просто еще не активны. Начать? Нет, не активно. Что нужно для прямой трансляции? Все? Да, снизу где загрузка, там внизу ключ. Сейчас нам просто нужна камера. Кстати, вот всякие телефоны из JCAM, они же все одинаковые на одном чипе, и как бы у всех функций одинаковые. Нет, они на разных чипах. Ну, у нас либо на вот этой, грубо говоря, они все интерфейсом одинаковые. То есть вот телефон, он вылитый вообще из JCAM. Да, они, наверное, на одной фабрике производятся. Немного. Но вы этого не слышали. Да. Какая-то новая. Какой-то новый. Все новое мы принесли. Да, Rockchip 3399. Я такого даже чипа не знаю. Теперь знаю. Да потому что на Rockchip'ах и на Modem'ах уже никто не делает. Вот именно TV-боксы только и делают. Ну TV-боксы, Modem, роутеры на Rockchip'ах. Чёрт, да чего они еще вообще? Кто-то их пытался нет, телефон... раньше в планшетах были. Я даже один телефон знаю, что был с отдельным модулем связи. Выхода нет. Модель сейчас. Нет крепления. Говнина, я же привык, что у меня в соли все вишни, это самое, что тебе на резьба есть. А тут надо рамку вставить. Так. Ну, как бы, любой стрим, он вот так и приготавливается. Люди собираются за час, за два в онлайне, в скайпе, и начинают все идти по одному женскому месту.
скайп падает, то сеть у кого-то не работает, кто-то отваливается, то у кого-то интернет отпадает, то в итоге все настроено, все запущено, стрим как бы идет, но ты такой сидишь, у тебя трансляция офлайн. Тебя видно? Да, меня видно. Не только мое говорящее жирное пузо, меня тоже видно. Кстати, самокритичен. Да, я буду худеть, как бы я себе это обещаю уже с прихода с армии 2013 года. 65 лайков, ни одного комментария про наш стрим. Я в группе у себя тоже что-то писал, там все так сразу мазать, типа, у меня работа, у меня некогда, у меня семья, дитё родилось вот только что, прямо вот сейчас. Так, слушай, вот прикол, VPN вот на 3G только прицепился, ну на 4G, а на их Wi-Fi не цепляется, у них какое-то ограничение стоит. Да, наверное. Давай только тебя уберем, да, вот на пузо мне, ага. Да, давай тебя уберем, потому что ты же будешь от меня принимать товары, или ты не против быть в кадре? Мне без разницы. Ну, как скажешь. Тогда залазь в кадр куда-нибудь. Где самое неинформативное, вот здесь вверху неинформативное? Да, можно сделать так. Сейчас и в принципе, смотри, можно и коробки влезают. Ну, блин, где-то. Так, сейчас мы сделаем тогда следующее. Что ты хочешь? Нет, входит, все нормально. Можно поменять местами. Опа, вообще круто, слушай, здесь USB есть, вот сюда буду втыкать, чтобы все это проверять. Ну, сразу показывает, как это будет работать. Все отлично. Да, что нам нужно еще? Нам нужно вот эту картинку растянуть, чтобы меня вот это закрывало, потому что я тут нафиг не нужен. Да, вот, нет, ну не такую большую. Все, отлично, вот так, мне кажется. Дальше. Так, дальше нам нужен интернет. Где наш хороший? Уже, блин, там у нас тоже идет, да? Жесть полная. Денис. А зачем Денис? Ну, или просто, это имя? Удалить, это ничего. Это просто так. Так, здесь выбираем качество. Стерео, CBR, VBR. А зачем нам стерео? Потому что эта программа, короче, она в бесплатном режиме моно. Получается, она левый канал на правый копирует. А тут она, получается, чисто вот два будет канала брать. Ну, ладно, стерео. Просто чище будет звук. Так, здесь мы берем, допустим, 1000. Да нет, 1000 мало. 1500. Просто, смотри, получается ограничение, как бы там, ну, буквально маленький промежуток идет от 1 мегабита и, до 5-7. Ты это... Теперь тест. Какого? В лицо мне. Я уже забыл, как называется. VPR, да. Установить идентификацию. Не может. Сейчас попробуем этот сам. Может быть... Для этого случая у нас есть ОБС, но ОБС это жопа полная. Давай, рожай, я в тебя верю. VPN нам не нужен, VPN нам нужно отключить. Что у тебя еще VPN на VPN? Да, и по VPN. Так, все же работало. Окей, сделаем так. Но авторизовывать тебя смысла нет, конечно. Я пароля не знаю. Он у меня на бумажке где-то дома. Сейчас попробуем тогда ОБС. Все просто. Когда основная камера идет, на этом идет. А нахуй то включено, просто включено. Как ты определил? Ну, она вроде бы работала. Раз видится здесь настройка видео. Сколько у нас стоит? Есть. 7. А, время идет, да. Вот, ой, не надо вот только здесь. Все нормально, сейчас все будет. Так, теперь, значит, смотри, берем твой этот самый. Ладно, я максимально быстро постараюсь сделать. Ой, да не надо торопиться. Посидим еще, скажем, что потом заберем. Так, все, в принципе, здесь настроено. Так, так, так. Что нам еще нужно? А, подожди, я вот это хочу. Это что? Постоянно время будет показывать. Тебе еще удары есть нужны? Мне ничего не дает больше. Я же не работаю. Кто не работает, тот не ест. Ой. Так. Если я иногда буду делать интересно, вот так. Чем собственно? Ты готов? Я готов, а ты готов? Мы можем нажимать старт. Подожди, и пойдет и чат, и все? Чата здесь не будет, ты же сказал, чат тебе не будет. Ты сказал, хочешь сделать чат. Окей. Давай делай чат уже. Стрингу. Подожди, а что такое вот это вот? Это приблизительно типа, сколько ты зарабатываешь? $120. $1120.
Это же ровно в 10 раз меньше зарабатывать, чем показывают вот эти всякие статистики. У меня тоже не лучше. Так, я бы за 1120 так каждый день снимал. У меня там по 25 тысяч надо показывать, прикинь. Так. Запуск, да? Настройки. Еще раз перепроверяем. Вещание. YouTube. Вывод. 1280 на 720 VBR. Угу. Этот самый. Разрешение для написи. Вот. 1280 на 720. Переведите так. Все вроде бы. 20. Отлично. Можно запускать. Подожди, а это когда мы говорили о чате, для чего вот этот был? Где чат будет? Когда у тебя стрим здесь заведется, у тебя ссылка появится постоянно на стрим. Вот так. И тогда мы его захватим, кружечку сюда прицепим. Так, нам там что-то еще Юля с Иваном хотели какие-то ссылки дать. Ну, надо. Или не надо. А как мы эти ссылки мы все равно сейчас не разместим? Мы в чат не будем отвечать, только сюда вместе. Да. Ну, давай туда поприветствуем, да? Нет, мы еще ничего не запустили. Не-не, главное, когда запустим, туда поприветствуем и поедем. Вы готовы? Да. Запустить? Вы уверены? Да. Сука! Чё? Соединение пошло, смотри. Начать запись. Чё-то интернет еще у нас по одному месту, кажется, сейчас пойдет. Что там случилось? Это не может быть. Ну, все может быть, интернет может отвалиться, особенно вот ВКонтакте. Он периодически отваливается. Ведь интернет есть, а ВКонтакте нет. Я уже так сижу, ноги. Во, придумал, ногу вперед выкидываешь вот так вот, и меня не перевешивает назад. Так, Ctrl-C, Ctrl-V. Применить, окей. Запустить. Да. Давай, сейчас должна запуститься. Давай, родная. Только не дисконнект. Но там должен быть резервный сервер. Здесь должно пойти типа вот там соединение, скорость там. Может они на VPN отключили? Ты же вот только что по своему YouTube ходил. Так, ладно, бэкап сервис. Слушай, может он не соединяется, потому что просто не соединяется. Вот может не работает, потому что так же сервер не доступен. Но как бы ютубовский сервер, то он всегда должен быть доступен. Ага, особенно в Китае. Это да. Так, ладно. Прям еще стримы. Давай! Я в тебя верю. Сраный ютуб, мы тебя любим. И не такое нагибалось. Нет, ну что-то как-то грустно. Ну давай я зову начальство, показываю, что вот есть вот такая вот проблема, провести не можем. Да у нас уже меньше часа, реально, мы ничего не успеем. Тут товар. Мы зря старались, что ли? Почему? Мы скажем, товар не убирать, завтра придем, с меня тебе вознаграждение за все эти как вот твои труды, старания. И... Но прийти надо с утра. А не как ты сегодня в 11 проснулся и такой, я проснулся, я давно уже тут работаю, а я проснулся. Я в 10 проснулся, я всю ночь не спал. Вот сегодня. Ладно, я тогда зову Юлю. Ну, можно здесь попробовать, короче. Давай уже не пробуй, не закрывай страницу. Я уже не могу, я уже... Все, как скажете, шеф. Welcome to chat. Ты помнишь, что я тебе сегодня писал в чате? Сейчас покажу всем зрителям. Да, я помню. Да, ты помнишь. Мне пишут, кстати, уже милые сообщения. Ну что, ты где? Ты где? Да. Так, сейчас, тихо. Тихо, сейчас я найду. Где сейчас ты тут? Антипиар чувствую. Во! Давай, жди. Вот что я сегодня написал. Там что-то Саня обещал, да? Какой-то. Ты написал «ку», «ползу», я написал «почему-то огромное сомнение, что сегодня получится прямой эфир». Ты написал «все будет, дядя Саня, обещал». Вот это он обещал, но интернет подвел. Ну, у нас же как бы это как мы делали, значит я могу... Да? Так, пожалуйста.
Никаких секретных ключей у нас здесь не лежит. А порнушки? Порнушки можно открыть, кстати. А в Китае порнушка запрещена. VPN рулит. Я хотел показать вот эту вот надпись. Так, сейчас сфокусируется вот эта вот красненькая надпись. Читайте, почему... Ой! Ну я не могу так держать, у меня же руки трясутся. А стабилизатор тебе на что? Так стабилизатор даже не справляется. Ты посмотри, камера дергается так, что это... В общем, мы не смогли провести стрим, потому что сегодня стримы не работают, как написано вот в этом сообщении. Но мало того, мы даже не знаем, доступна ли вот эта комната и когда доступна, потому что у них тоже интернет не работает, внутренняя сетка, и они нам не могли сказать... И вот лежит тестирование. Основной сервер лежит, просто лежит наглухо. И бэкап-сервер... А если бы мы все-таки сегодня сняли, ну-ка покажи картинку, как бы это выглядело. Выглядело бы это красиво. Да, это бы вот так вот выглядело. Мы бы здесь были, да, две рожи, а снизу руки. А вот этот вот квадратик закрывал бы мое пузо. Да, то есть вот здесь у нас обзор бутылочки был. Неплохая, кстати, фигня. Дешево стоит. Сколько? 3,5, сладенькая. А я по 7 этот Monster Energy беру. Monster, вот у меня изъяли вчера Monster. Я перед сном попил и спать не мог. Вот поэтому давай ты сегодня не будешь пить Monster Energy, а завтра с утра приедем и будем это... Вот завтра будем фигачить. А завтра, если не работает YouTube. А мы тогда знаешь, что сделаем? Мы обзоры на все это будем делать. Так я же еще не включил. Так она же не нужна, ты говоришь. Так. Зрители выключат. А вот теперь это, еще раз, пожалуйста, какие у тебя не китайские телефоны? Samsung, Nokia. Ладно, китайские. Были или есть? Были у меня, наверное, в личном пользовании почти все. У тебя не было Yumi Digi. Ну, нас надо освобождать. Уже? Мы тут так хорошо расположились. А кто это все будет вот это таскать? Мальчики потаскают. Мальчики? Где мальчики? Мальчики по вызову, вы где? Нет, мы хотим узнать насчет завтра. Мы сейчас посмотрим, что на завтра. Может быть, соседняя какая-нибудь комната доступна без кабеля. Я перебью Юлю. Все, зрители, пока-пока. Это какой-то нереал. Да. А теперь будем слушать Юлю уже без камеры.